90 метров в длину и 2 метра в высоту. Более 100 участников. Самый крупный граффити Нижегородской области, приуроченный ко Дню Победы, появился на заборе вдоль проспекта Ленина в Дзержинске. Разработкой эскиза и выполнением рисунка занимался профессиональный уличный художник Дмитрий Захаров вместе со своей командой. Рисовали вообще порядка 100 человек. То есть приходили прохожие, помогали. Дети с родителями проходили мимо, просили, естественно, разрешали. Вот. И команда у нас была из 5 человек. Рисунок нанесен на забор аэрозольными красками. Их потребовалось более 100 штук. Несколько дней рисовали ночью, а остальные дни, да, вот 3 дня подряд мы с утра до вечера здесь находились и рисовали. Рисунок визуально разделен на 2 части. Первая посвящена победе в Великой Отечественной войне и изображает установку знамени победы над Рейхстагом, георгиевскую ленту и советского солдата. Вторая часть рисунка посвящена героям наших дней, российским военнослужащим, которые в настоящее время находятся на территории Украины и принимают участие в специальной операции. Мы стали инициаторами данного проекта, то есть Дмитрий Захаров вышел к нам с предложением о том, что хочет переурочить граффити, празднуют 9 мая, сделать городу некий подарок. Мы вышли с данным предложением главе города Дзержинска Ивану Николаевичу Носкову. И он с радостью нас поддержал, и вот вы видите, что видите. К празднованию Дня Победы – это первый проект в Дзержинске, связанный с граффити. Это первая интерактивная зона, в которой участвовали дополнительно еще жители города. Площадь объекта составляет 180 квадратных метров. И на заборе есть еще изгиб, на котором была организована интерактивная зона для жителей, приуроченная к шествию бессмертного полка. По словам организаторов, у команды уже есть задумки по реализации других проектов на следующий год. Но пока это секрет. Чтобы по-настоящему удивить не только дзержинцев, но и гостей города, впереди у команды художников много работы. Служба информации: Наталья Лисова, Юлия Чернова, Вячеслав Орлов.